Своїм досвідом ділились учасниці з Грузії, Китаю та Бельгії. Саме у Брюсселі нещодавно було відкрито офіс клубу успішних жінок, що дає широкі можливості для ефективної співпраці. Вы знаете, что наш офис находится в Брюсселе, и как раз месяц назад произошло большое событие, и мы открыли международный клуб успешных женщин в Брюсселе. Для чего? Для того, чтобы сблизить в первую очередь наши сообщества с европейским, конечно. Европейцы, они очень хорошо понимают и знают, они очень точно знают, что такое мир, и как надо действовать, чтобы добиться миру. И самое главное, женщины, я думаю, что это большая сила. И вместе женщины Украины, женщины Грузии, женщины Европы объединятся, и наш голос будет услышан везде.